38-летняя герцогиня и 35-летний герцог Сассекские приняли участие в коммерческом мероприятии в Майами. После этого на Меган Маркл, Меган Моркл и принца Гарри, принц Хэри, обрушились хейтеры. Супруги стали приглашенными спикерами саммита, организованный банком, который финансирует фирмы по добыче ископаемого топлива. По мнению экспертов, американский транснациональный инвестиционный гигант JP Morgan заплатил герцогам Сассекским до 775 фунтов, 000 за посещение альтернативного инвестиционного мероприятия. Это стало первым совместным официальным выходом в свет для Меган и Гарри после того, как они сложили полномочия членов британской королевской семьи. Супруги выступили против выбросов ископаемого топлива, которые подвергают Землю опасности. Они говорили о текающих часах, чтобы спасти планету. JP Morgan в прошлом году был обвинен в перекачке огромных денежных потоков компаний, которые работают в области добычи арктической нефти и газа. Американская благотворительная сеть Rainforest Action Network подала иск за 3 месяца до саммита в Майами. В ее отчете говорится о банковском деле по изменению климата 2019 года. Финансирование под руководством JP Morgan обеспечило новые инвестиции для компаний, агрессивно расширяющих свою работу в новых угольных, нефтяных и газовых проектах, сообщает The Sun. Пиар-гуру Марк Баковски, заявил, что это сотрудничество характеризует герцогов Сассекских с не лучшей стороны. То, как они принимают деньги и от кого, будет проблемой в будущем, отметил эксперт. Королевский комментатор Ричард Фицеуильям сказал, что Меган и Гарри нужно быть осторожными. Если вы что-то проповедуете, вы должны практиковать то, за что вы агитируете. Когда речь заходит о богатых и знаменитых, то здесь очень много лицемерия по поводу изменения климата, заявил Ричард. После саммита Меган и Гарри повеселились в компании Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. В начале марта супруги вернутся в Британию по приглашению королевы. Маркл заставила мужа пройти лечение в клинике из-за выпадения волос.